Бишкек, прием, как слышите нас? Это Москва вас вызывает. Отлично, мы вас тоже хорошо. Я сейчас весь эфир от нее плевалась. Просто. Так, что-то не в ту сторону мне. Надо же вниз, чтобы... Как, что это такое-то? Вот вниз. Но она не вниз, она вверх. Нельзя ее внутрь? Посмотри, стул мне нравится. Давай чуть темнее. Чуть-чуть, Жень. Женя меня слышит, интересно? Что-то у меня прям платье смотрелось. Вот. То платье вообще светлым каким-то так, смотрит. Нет, чтобы не упал. А все равно ты не переделал. Я же тебе говорю. Так что вот, ты... одевай, и я туда полностью заправлю, и все. Да нет, я говорю, вот эти, чтобы смотрели вниз. А, ты, господи, вот так поверни его. Да, пожалуйста. Не, просто у волосы будут мешать. Вот о чем речь ты идет. Понимаешь, вот так волосы на нем висеть. Я тебе поэтому тут... А, может, да, просто? Я в ту сторону была. А я как-то к камере пытаюсь. Опять могу. Опять какие-то вот эти вот два, наверное, да? Чуть-чуть. Вот я же говорила, это специально. Чё? Отдавать до состояния... О, красиво, смотри, темное какое платье. Сделай мне посильнее вот здесь. Такой смерть. Дама смерть. Готический облик? Да, да. Спасибо. Готический. Егор, Таня в студии. Так, что ухо пообщайтесь. У меня? Ух работает? Прием. Егор? Вот, наконец-то я слышу вас. Да, наконец-то все тут повисло. Ну что, как обстановка рассказывать? Ну все хорошо, только холодно. Понимаю. Так, а компьютерщика можно мне позвать сюда, пожалуйста? У меня нет ни текстов, ничего здесь нету. Почему-то. Так, карандашку не надо, да? Угу. Саш, Саша. Вот так лучше, смотри, какое темное платье красиво, да? Платье. Темное платье. Так. Первый момент. Ну, можно вот здесь мне, чтобы была вот с новостями. И можно, вот я не знаю, если входить под далитом, то что надо? Вот это вводить или что? Да. А я же поговорила уже. Еще? Ну, не знаю. Ты
ты меня спрашиваешь? Я-то прекрасно слышу. Мы услышали, да, нам все понравилось. Можно сделать на далит, если ты переключишь. В смысле на далит? Ну, как учетку я имею в виду. Я под собой зашла. Если не проблема, то можно оставить, да? Не проблема. Хорошо. Я просто иногда что-то начинаю, говоришь, это проблема. Так, стена будет в итоге? Ага. Нормально ей? Маленькая, ну. Саш, можно третью камеру, пожалуйста, включить? Да. Саша. Красиво какое платье, мне нравится. Вот здесь, по крайней мере, смотрится вообще кайф. Но оно только вот на такие, по сути, события очень логично. Так, Марс, расправишься, я не вижу свои волосы. В итоге не понимаю, как они на этом цвете сливаются. Блин. Я его хочу постирать. Сейчас это вряд ли получится. Вот я говорю, когда чужие запахи. Просто я их слышу вообще. Слышу вокруг. Так, немножко водички. Меньше минуты до новостей. Информационная служба «Мир-24» продолжает свою работу. В студии Татьяна Алексеева. Дачный поселок стал братским. В Бишкеке рухнул Боинг. 37 человек погибли. Дети, старики и женщины. В больнице госпитализированы 15 горожан. На прямой связи со студией из Кыргызстана наш корреспондент Егор Орлов. Егор, мы ждем от вас подробности. Логическая помощь. Для этого созданы две специальные бригады. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я всегда с ним. И он это чувствует. Раз, два, три. Егор, как слышно? Да, слышу. Да, все отлично. Ну, это просто по платье. Что-то с рукавами там. Так, ведущий у нас Мария будет. Егор, добрый день, как вы меня слышите? Это Маша, ведущая. Ага. Да. Да, открыла. Давай.
Ага. Здравствуйте, с вами Мария Гуфранова. Сегодня в выпуске. Рухнул на дачный поселок. Жертвами крушения грузового Боинга в Кыргызстане стали 32 человека. С воинскими почестями. Прощание с погибшими пассажирами Ту-154. Рекорды ожидания. Я всегда с ним. И он это чувствует. Семейное счастье Федора Конюхова. Все прям особенно красиво. Обновки. Не выспалась, значит, накрасилась. Ну, провал убрал. Угу. 20. 19,5. Угу. Супер. Ага. Давай, давай, хорошо. Ага. Да. Всем сразу садишься.
Минута. Здравствуйте, с вами Мария Гуфранова. Сегодня в выпуске. Рухнул на дачный поселок. Спасибо, попрошу. Кое о чем. Молодец, тишина. Слушай, ну по идее не должно быть стены, кстати, Дим. Второй части. А, да, у Олега будет точно, точно. Ой, как я забыла. Я же сама ее читала, сейчас забыла. Да? Ну, спасибо. Чего расслабились? А, не, подожди, а вот стена же есть у меня. Да. У майоров на майоровском выпуске. Саша? Как ты? Как ты? Ты надолго с нами? Надолго? Серьезно, что ли? А что случилось с Леней? А что с Ленькой? Куда? Ты посмотри, к индусам, а? Полетел к индусам. Да не говори. У него там накопилось этих отпусков-то на 5 лет вперед, да? Вот, Саш, я тебя вот о чем хочу попросить. И на сегодня, и на завтра, и на всю неделю. Пожалуйста, поскольку, как ты понимаешь, взаимодействие очень странное с шефом, поэтому давай будет взаимодействие через тебя. И ты мне, пожалуйста, говори, срочняк или там не срочняк. Понимаешь, да? Да. Угу. Давай. Не, ну просто мне как говорили без 10, собственно, я так и пришла. Я могу, вот когда надо, тогда и могу. Да не вопрос, Саша. Катя, обычно просят на короткие до 10, на большие 15. Нас тоже этим последнее время стали. Ну как последнее время? Я не работаю 2 месяца уже на этих выпусках, поэтому вас в последнее время, видишь, меня никто. Да, время, ну, полгода примерно. Не знаю. На маленькие можно на 10 ходить, а на большие 15. Да как скажете. А когда Сережа режиссер, тогда вам что-то не на 17 нужно будет уже. Ну тогда надо и гримерам, Лен, да, да сказать об этом. Угу. А то как-то вот, да. Естественно, что я буду тут делать. Даже не так. На большие выпуски с 15 минут. Да, я да, да. Кто тебе снится? Да что ты? А, да, то есть с тех пор он тебе так и снится и продолжает сниться. А. На что было тогда-то, Даш? Ну, приоткрой завесу. Приоткрой завесу тайны. Да расскажи уже ей. Информационная служба «Мир-24» продолжает свою работу. В студии Татьяна Алексеева.